Ну что, сегодня понедельник, 16 октября. Хрена себе! Ветер шальной, похолодало, кстати, дичайше. Нечего смотреть на мою морду. Вот, полшестого, я ухожу с работы. И сегодня мы едем в городок North Plainsfield покупать новый телефон. Ну как новый, он БУ. Аж 3 месяца был в БУ. Из всего, что я выбрал, я решил остановиться на Samsung Galaxy S8 Plus. Собственно, я смотрел на eBay, на Amazon и на Craigslist. Craigslist — это такой сайт, самый конченый в мире сайт по дизайну для объявлений. Поверьте, наш OLX выглядит на голову выше, чем Craigslist. Вот. Собственно, нашел вариант за $560. Вот. Ух ты, еще заправиться надо. Но я думаю, туда доеду. Вот, за $560 нашел. Был у человека 3 месяца в использовании. Говорит, что новый, без царапинок, без ничего. Вот, ну вот сейчас поеду туда, минут 20 туда ехать. И потом расскажу историю, как меня гопнули на $560. Или как мне впарили какое-нибудь китайское говно, выдавая за оригинал. Я не удивлюсь. Поэтому, короче, история будет интересная. Я не знаю. В общем, ладно, адрес. Сейчас надо на телефоне посмотреть адрес. Куда вообще ехать? Ехать минут 20 показывает. Вот, расскажу.